Продідж. Гурт – мост паміж пакаленнямі. Яго круціў мой дзідусь на касетах. А зараз мой малодшы брательнік круціць яго на суперсучасным айфоне. Адзін з клубаў Менска вырашыў зрабіць трыб'ют. Продідж. І мы вырашылі сюды прыйсці, каб пабачыць брытанскі рэйв з беларускім каларытам. Гэта па-першае, а па-другое, каб даведацца, як паўплываў гэты гурт на ўсё сучаснае пакаленне. Зараз нам дасць каментар сам Насарогаў. І вось, такое пытаннішка. Як гурт Продзіджа паўплываў на тваю долю? Я уже не помню, наверное, где-то 94-й был. Я закончил учиться в Витебске и вернулся в свой Новополоцк. На то время такой был город, когда бандиты сдружились с неформалами на почве музыки и спецвеществ, я так скажу. И, значит, на рейвы, ну, мы ходили вместе. Вот, и тогда как раз вот Продиджи, киберпанк, какой-то новый термин, то есть отгремел Кобейн, и вот, значит, Флинт и все эти дела. А рейви откуда было узнать, что такое рейв? Я помню, что я для себя... Вот это рейв? Нет, это сейчас отдельно. Значит, я прихожу в Новополоцк на закрытую дискотеку, типа рейв, и первое, что делаю, раздеваюсь догола, лето, ну, начинает плясать, меня под белые рученьки поднимают, говорят, нет, так нельзя. Я говорю, как, ну, уже, это рейв. Не, а ты оскорбляешь своим внешним видом окружающих. Вот. Я, по-моему, от обиды наплевал на винил там у кого-то, ну, пытались что-то диджейсить. И подошел ко мне такой персонаж, Коля Ворона, показал куклу, говорит, ну, такая скотча слепленная хуйня, говорит, смотри, у нее есть отверстие для контакта с внешним миром. И мы пошли под дождь и бежали голые под, ну, под летом, под дождем. Вот это был рейв, а это хуйня Наверное, от старшего брата. Да. Точнее, ну как, у него на компе были альбомы Продиджи. Да. Вот мы послушали. И жить стало лучше, жить стало веселей. У Сэнси? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, для Еврорадио как-то нехорошо получилось. У Сэнси? Это никак не связано с коммунизмом и прочим. У яким Сэнси я настал лепей? Можно идти по улице, вот так вот делать, наушники вставил, там, позаниматься хорошо под Продиджи. Да. И как бы можно подучить английский, да, совсем чуть-чуть там с Мэк-Мэпичем. А ты можете вы назвать это сапраўдным рейвом? Ну, у меня нету, наверное, понимания, что такое настоящий рейв. Продиджи, они, можно сказать, смешали отчасти, ну, панк там. И самогубство. Да, настоящий рок-н-ролл. Привет маме, можно передать? Конечно. Мамулечка, привет. Батя тоже. Как получилось, что это тоже моя мама? А, так вы... Да. Как человеку, ну, визуалу, да, ну, мне, в принципе, больше понравилось даже не столько музыкальное явление, да, сколько вот визуальный сам, ну, какой-то контекст, ну, вот как-то общая картинка. Ну и плюс, ну, блин, я не знаю, какое-то ощущение восторга без эйфории. И вообще, я думаю, что такая музыка, вообще, в принципе, музыка существует для того, чтобы не надо было наркотиков. Что это, что она апеллирует к некому, как-то есть такой термин, гомозавр. То есть, что она апеллирует твоему ящерю, который вот плясал вокруг костра, и это и было выработка эндорфина, да, и прочее. Дофамина. Да. А под кислотой, ну, можно и Джимми Хендрикса любить. Только сейчас я понимаю, как они хуево играли все времена. Но под кислотой было зараз с нами диджей Фукуба Стыльский, вокаліст «Дай дарогу». Ну, вось, у меня такі пытаннішка. Калі ты ўпершыню пачуў гурт «Продзіджы»?
Это, если я не ошибаюсь, «Жир земли» альбом у них был. Mm-hmm. Вот тогда я первый раз и полюбил этот коллектив. Но они так на меня, ну, повлияли не слабо. Потому что ну, я влюбился в электронику, mm-hmm. начал писать вот в Фукуба. І может бути якісь відголоски в «Дай дорогу» ще слышно. Ну ось, а ну як менавіта вони повпливали на твоє життя, Ну, наверное, енергетично как-то зарядили максимально, потому mm-hmm. что заряд енергії у них бешеный. Я круче не слышал. Это электронная классика. Ну ось, ти був на «Динамо» концерті, коли я виступав? Так, ми ж з ними грали на одній сцені. Ну, это было почетно. Розповіді, як це було? Да ми ж з ними навіть не пересеклись. Вони якби приїхали, на сцену нікого не пустили, ну там на «Звездна», звісно. Ну і так, зачем їм потрібно там з кем-то пересекатися, щоб вони парили їм голову. Ну так вийшло, що так, це було почетно, що нас типу, поставили на одну сцену. Ну там других сцен, по-моєму, і не було. Вот. Ну і от можна гордитися даже этим. А ось ти можеш, типу, гэта рейв ці не? Ну ось гэта можна назваць рейвом? Самый лютый. Самый лютый? Да, самый лютый рейв. Ось у британском стиле? Конечно, конечно. Ну, хорошо, что у нас вот в Минске проводится вот подобного типа вечеринки. Это очень круто. Ось, а ты калі был на сотнях? Где-где? На сутках. Был. Ну ось, такое питаннішко. Ти мог би пропонувати, каб на сутках грала Prodigy? Это как? Ну, там электронные всякие приборы запрещены. Но было бы круто, чтобы они вещали где-нибудь в колонках, естественно. Было бы классно, чтобы там вообще сам Лерой Торнхилл или там Лайм приехал и там поддержал всех духом. Калі ласочка, як на твоє життя повпливав гурт Prodigy? Мені вже тут носорогов наказав про те, що є на справжні рейви, і що калі типу. Ну, носорогов, наверное, видел ще ті рейви, которые я ще в школі. Игорь, ты мне нужен. Про срез поколения, вот Игорь, тот дед, который слушал на кассете Prodigy, вообще не знал, что за группа. Я впервые послушал в школе. Mm-hmm. И вообще никак не повлияло. А потом в году 2017 я познакомился с Игорем, и он меня подсадил на эту группу. А я, коли появился Prodigy, их не слухал, до речи, мне было не цікаво. Mm-hmm. Але у меня сябр их слухал, у него были там медальоны там, и так далее. И, короче, меня с ним одной чатили за то, что у него были Prodigy. А как это? Я подумал, что, ну як, у тебя Prodigy, на! Они некие просто были хулиганы, типа, и все равно было за что. И я подумал, коли бьют за гурт, треба послухать, напевно, ж добрый гурт, и так вот подсел. Ну, я больше фанат уже опошних там, трех альбомов опошних, а не перших трех. Prodigy больше панк, мне больше подобается эта энергия панка, энергия, типа, варьяства. Ось, а що, ну, Prodigy змінили у твоєму житті? Кажу, почав битися з людьми ось. Навчився кулаки виставляти. Був дуже крутий концерт на Динамо. Я пам'ятаю Prodigy. Після цього концерту, напевно, місяць ці два я добре дуже відпочивав. А ти був у цьому 2015-му, коли вони приїжджали на нас? Вже другий раз не був, ні. На самих концертах. Тому ж мені здається, що, ну, перший раз, ну, на Динамо були діди такі. Ну, діди проходили, то есть, ну, там. А ось это уже молодше поколение, типа, у 2015 года, то есть, ну... Ну, мабуть, так, было вельми смешный момент на Динамо, прорывалась праз людей такая женщина, ну, довольно сталая, типа, годов, ну, типа, не ведаю, там, 35-40, але бачно по ней, что она, ну, ніяким разі не в субкультуре ніякой, просто такая девчина, и она кричит: «Вы не ведаете, просто Prodigy, это гурт моего детиста, пропустите мне». Все-таки, это тоже наш группа детства. Широ дякую.